обустроенным певцом Виталием Грачевым, более известным под сценическим именем Витас. Останкинский мировой суд столицы запретил ему управлять автомобилем в течение 1,5 лет за отказ пройти после аварии проверку на алкогольное опьянение. Сам Витас в суд сегодня не пришел по традиции, сославшись на плохое самочувствие. Лишение прав может оказаться не единственным наказанием. Против Витаса возбуждено еще и 2 уголовных дела. Об угрозе убийством сбитой им велосипедистки и о насилии в отношении полицейских. Следователи вызвали певца на допрос уже этим вечером. Георгий Гривин и продолжит. На допросы гражданин Виталий Грачев теперь приходит гораздо чаще, чем певец Витас на концерт. Да еще этим вечером у здания Следственного комитета он вышел из машины с пассажирского сиденья. Водительских прав его лишили 3 часами ранее. Допрос, на который приехал музыкант, проходит в рамках возбужденного против него уголовного дела по статье 318 «Применение насилия к представителям власти». Ты не имеешь мне права задержать, значит, ты... Эти кадры сделаны 10 мая. Виталия Грачева только что задержали около входа на ВВЦ. Чуть раньше автомобиль «Инфинити», за рулем которого предположительно и находился Витас, сбил велосипедистку. Пострадавшая Ольга Холодова утверждала, что сидевший за рулем мужчина после столкновения угрожал ей предметом, похожим на оружие. Муляж пистолета ПМ потом найдут в салоне. По заявлению Холодовой возбудят уголовное дело «Угроза убийством». А кроме того, Витас Грачев откажется на месте пройти тест на наличие алкоголя в крови. Певец Витас многие годы был известен широкой публике именно как Витас. О том, что он Виталий Грачев, знали, конечно же, только его самые большие поклонники. К их числу явно не относился сотрудник ДПС, который 10 мая этого года составлял протокол о ДТП около центрального входа на Всероссийский выставочный центр. Фамилию человека, который на своем «Инфинити» якобы сбил велосипедистку, в протокол он записал как «Грачев с О после Ч». Защита напирает на грамматические нестыковки, мол, в документах их примирителя фамилия Грачев написана через Ё. Но вот, фото тех самых водительских прав, выданных на Украине. Отчетливо видно, что фамилия Грачев написана через О. Значит, инспектор не ошибся. Грачева Виталия Владимировича признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренной статьей 12.26.61 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. И подвергнуться административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством на срок 1,5 года. Какими еще неприятностями закончится для украинского певца это ДТП в центре российской столицы, пока неизвестно, а вот остальным автолюбителям уже запрещено въезжать во все парковые зоны Москвы. Это решение было принято в силу участившихся наездов автомобилистов, не будем говорить в трезвом или в нетрезвом состоянии, на территории зоны отдыха города Москвы. Зона отдыха все-таки для людей на велосипедах, пешеходов, а не для автомобилистов. В эти выходные на ОВЦ под колеса авто попала целая семья, катавшаяся на велосипедах. Женщина скончалась на месте, ее муж и сын попали в больницу. В понедельник суд должен выбрать меру пресечения предполагаемому виновнику трагедии, которая стала последним аргументом в пользу запрета въезда машин в столичные парки. Георгий Гривин, Игорь Мишкин, Андрей Мельников, НТВ, Москва. Сегодня в деревне Норинск, Архангельск.